Уважаемые телезрители, ну вот вы снова с нами. Позвольте нам рассказать вам о том, что вам нужно слушать, смотреть, есть, носить, о том, чем вы должны лечиться, кому доверять, что покупать, как вести себя, за кого воевать. Посадите с собой детей. Мы любим детей. Позвольте нам взяться за их воспитание. Никто не может вырастить их лучше нас. Доверьтесь, расслабьтесь. Отключитесь и предоставьте нам возможность думать за вас. Думать за вас. Ну вот вы снова с нами. Вы поели бургеров с тортиком? Залейте все это кока-колой. Что-что? Вам плохо? У нас есть таблетка. У нас есть таблетка на все случаи жизни. Ешьте нашу еду и лечитесь. Ешьте и лечитесь. Но не умирайте. Нам нужно, чтобы вы покупали у нас топливо и лекарства всю жизнь. Мы делаем деньги на наркоманах. Мы вам расскажем о том, что вам должно нравиться. До и после момента вашего зачатия мамочка уже вливала в вас нашу продукцию. Вы были рождены для того, чтобы продолжать семейные традиции. Не отставайте от толпы, а иначе нам придется загонять вас в стадо другими методами. Насилием, эпидемией, войны. Нет. Вы должны все это делать добровольно. Давайте уж как-нибудь сами. Есть столько прекрасных способов умереть. Рак легких, несчастный случай, цирроз печени, панкреонекроз. Да мало ли вариантов. Помните, что с нами у вас всегда есть свобода выбора. Вы расслабляйтесь, вам хорошо и нам хорошо. Поверьте, сегодня везде все хорошо и спокойно. Расслабьтесь и получите удовольствие. Вас не должно волновать то, что происходит где-то там. Вы не виноваты в том, что по земле текут реки крови. Отвернитесь и закройте глаза. Переключите канал. Сразу станет легче. А страдания от этого сами по себе исчезнут. Просто купите жене еще одну шубку и съешьте сосиску. А лучше гамбургер. А лучше два хот-дога, стейк и куриные крылышки. Не забывайте запить это сахаром. Кстати, вы уже научили своих дочерей продавать свое тело? Не волнуйтесь, мы сделаем это за вас. А как насчет сыновей? Они уже готовы умирать за наши интересы? Нет? Ну тогда позвольте нам рассказать вам о том, что враги повсюду. Поэтому первый удар должен нанести ты по тем, на кого мы тебе укажем. И тогда, когда этого хотим мы. Не думай, просто действуй. Думать будешь потом. Ну что, ты готов умереть за нас? Молодец. Приготовься, а враги вон там.